Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение первого ФФА-сериала «В мире шестой цивилизации». Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Всё-таки всегда интереснее смотреть сначала. Ну а всем остальным приятного просмотра. Нет, это реально дисбаланс, не алюминия. Ни железа у меня нет, ни селитры. Чего, урана не будет с нефти? You and I come by road or rail. Listen, strange women lying in ponds, так, distributing swords is no basis for a system of government. Старые. И что за казаки у меня? Кавалерия. А чё, ты напрягся? Конечно. Вон, у русского два лагеря возле моей границы. Ой, они просто это самое, для производства. Для производства. Уже три кавалерии. Объявить формальную войну. Так, русский, что насчет пикинера? А, блин, у нас границы закрыты. Класс. ВСВ предложение. Я тебе еще союз там добавил. Много как-то... Ну, тяжеловато как-то вот дипломатия открывается. Странно, все равно нету этого самого договора. А ты открыл научные договора? Да, да, открыл, конечно. Может, нам просто нету каких-то технологий, которые мы можем вместе исследовать? Не знаю. Так, давайте Campus Research Grant. Шпиона отправим... Да, в Дели, раз они там где-то рядышком потехом. Так, могу поменять. Ну нет, у меня торговая республика. Пускай она и будет. Так, тут походили. Здесь проект на кампус. Ну, тут Египет, скорее всего, возьмет ученого. Так, думаю, 12,7, у меня 12. Надо... Так, сделать на науку. Наука, производство... Наука, производство и культура. Ну, нормально. Нормально. Наука, производство, культура. Здесь. Производство, наука. Еда. Ладно. Производство... Наука, культура. Ну так, конечно, оно лучше переключается, чтобы
Не надо было залучивать. Вот как тут в плане... В плане управления городами мне нравится. Мне единственное, что не нравится, как специалисты обозначены этими цифрами, не всегда видно. О, у меня с японцем декларация дружбы закончилась. Да, своевременно. Это вообще нафиг надо. Хрен оно не выключается, а? Так, кто тут плимут? Фиг с ним. Вау! Вражеский шпион спер у меня 147 золота. Интересно, вот единственное, что я не могу сказать, он реально у меня спер или просто ему сгенерировалось там это золото? Так, а нафига я это вот изучал, если... Мне это все нафиг не надо, и оно дальше никуда не ведет. У меня всякий баг, я не могу повысить его. Остало. Это же хорошо. Это плохо. О. Он, по-моему, должен находиться в священном месте. Пятый адмирал. Ну, так я его купаю в священном месте. На следующий ход, на следующий ход пил. Ну, на следующий ход я апаюсь. Я знаю. А у тебя укреплена религия? Да, да. Круто. На 25% меньше будет давать усталости от войны. Так, куда мы... Кстати, не обязательно совершенно вниз. Так. Ты можешь сразу двух купить. Да, можно сразу. Археолог готов. Так, артефакт взяли. Здесь у нас артефакт. Джакарта или Вар? Давайте Джакарты. В храм пересой. О, археологический музей. А что? Даблин. Когда музей полон? Прикольно. Блин, как-то... Вроде делаю этих пехотинцев, а мощь 487. Хотя у меня их уже 10 штук. Мало, делай больше. Делаю там. Что ты думал? Так, еще одного археолога, видимо. Или все, тут больше нельзя. Тут уже два археолога построено. Ладно. Блин, как-то вот чудеса, как тут долговато. Банк. Самое печальное для всех самолетов нужен алюминий, а его у меня нет. И тут нет этого завода по переработке мусора. Да вообще фигня, ну. Но это не фигня на самом деле. Это плохо. Ну а что, другие юниты ты не можешь строить из-за этого? Ну, удобно было бы самолетом. Города-то жирные. Райончик один лично могут позволить.
границу китайца. Так, у меня, как я понимаю, еще один караван я могу построить. Я его просто куплю сейчас. Наверное, из Нагои надо куда-нибудь поотправлять. Еще мне нужны рабочие. Обработать вот красители, обработать селитру. Декларация дружбы. Ага, Димстигр, декларацию дружбы. Bolt actions speak louder than words. Вот этот чувак тут не очень в тему. Я должен, по идее, его убить, конечно. Так, пошли разбираться с этим лагерем. А, блин, уже на территории француза. Ну вот. Куда мне бежать? К Сеулу, что ли? Ногой купим. А нет, по максимуму. Тут иногда какие-то проблемы с отображением торговых путей. Заменяемые части. Русскому мне предложить нечего. Видите, могу объявить войну за счет того, что я... Забавно, у меня тут, походу, открыто уже археологическое место. Он даже никак его внешне на карте показывает, а иконки нет. Еще один археолог. Продолжаем строить домики. Куда мы его отправим? Я так понимаю, что тут можно любые армии. Главное, о, Халецкого артефакт. Там просто надо заполнить эти все музеи. Так, давайте где-нибудь поближе тогда покопаем. Вот тут, например. О, давайте. Халецкого. Видите, каменная табличка, я после себя оставил артефакт. Радимиша, ты принял мое предложение или нет? Или ты его не видел еще? А что там за предложение? Ну, посольство хочу у тебя основать. Ничего, но нет никакого предложения. Так, вторая попытка. Established Resident Embassy. Вот, теперь вижу.
Принял. Так. Declaration Friendship. Ну и научный договор. От этого будет плюс-то. Но он Эврику дает, когда заканчивается обоим. Ладно. Причем, как я понимаю, если уже есть Эврика, то он как бы, ну, сверху дает, то есть закрывает теху. Не, Фераксен, для сетевой игры нужно что-то точно делать с ресурсами, потому что у меня и нефти нет. Что за Казахстан без нефти, блин? Казахстан в параллельной реальности. Все норм. 100%. Лёша, ты уже все мои города нашел, да? Вообще-то я ни одного города не вижу. Так твой кавалерист возле моих. Ну я границы вижу, а города не вижу. Не достает. Разграбим. Круто. Дорога разграблена. Построил аэропорт, а самолетов нет. Груз, печаль, тоска. Вот с этой стороны, видимо, будем напрягать. И с этой будем напрягать. Наверное, следующим ходом можно уже будет объявить. О, великий инженер. Для технологии ракетостроения плюс 20. О, смотрите, какой у меня классный чувак для научной победы-то. О, француз, ты там этот лагерь между нами убьешь, да? Да. А то я оттуда армию выдвинул. Так. Этого сюда, видимо, отправим. Этот уже бежит куда-то. Колизей. А что-то вот никто не дает. Что у меня какая-то задержка? Тут построим. Два хода всего Колизей строится, никто его не строит. Так, а здесь у нас можно купить еще одного торговца. Только теперь мы его купим все-таки в Нагое. Леша, откуда столько культуры за ход? Это за археологические раскопки все это? Нет, тут есть классная ГГшка под названием Кумаси. Я ее сюзерен. Она дает плюс две культуры, плюс две культуры и одно золото за каждый район из того города, из которого я отправляю караван в любой город государства. Как ты понимаешь, так как уже у меня районов, ну, у всех, думаю, районов там прилично, штук 6-7, то считай, что каждый караван в город государства мне дает 14 культуры.
Плюс у тебя еще в основном это город дает два каравана. Да. Хорошая стратегия за Англию, кстати. Может быть такая. Ну, только тут должны быть города все-таки на море. У меня тут так не очень места. Вот Манчестер, один из моих лучших городов, он не на море, потому что в земле, там, вглубь было лучшее место. Ну, все задержка, или только у меня? И сразу кто-то у меня кумаси перекупил, а? Так вам, ребята, что, не рассказывают, что ли? Что это за дела такие? Сидишь, рассказываешь, а о, Димс Тигр сразу перекупил. Там с самого начала было. Ты там уже первый его перекупил. Мини. Чего? Я там с самого начала говорю был. Так, где у нас... Я же его первый нашел. Где у нас... Ну, сюда бежит. Ну что, ну, проблемы... Ну вот еще, например. Так, караванчик. Все еще продолжаю внутреннее. Потому что денег у меня нормально, все остальное меня тоже не особо волнует. Так, поплывем, чтобы не нарваться на... Так, а где у нас тут... Места археологические. Что-то вот возле моих городов вообще практически ничего нету. Чтобы покопать как-то вот. Покопать. Ладно, побежим сюда. Только ребутни в начале хода может. Ну, да. А, что случилось, видимо? Ну, чат почитай. А... Мне кажется, сейчас его казаки объявят войну. Это видео традиционно вышло при поддержке 2GIS. Странно, что многие думают, что 2GIS это просто навигатор или карта городов. Нет, там много полезной информации. Например, думаете, в какой ресторан отправиться? 2GIS показывает отзывы из Foursquare и Flampa, чтобы вы сделали правильный выбор. Так что рекомендую зайти на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачать приложение для вашей платформы. Что-то я не понял, а почему консультанство сразу стало в России? Что стало? Консультанство. Ну, моя религия, у него было православие, а сейчас... Лёш, можешь в чат группы зайти? Или кто-нибудь? А я разве не в чате группы? Нет. Я вроде не выходил. Да нет, я в чате группы, и тебя там вижу. А, китайский шпион был убит во время миссии в Лондоне. Китаец. Что? Это за твою кавалерию, я хотел узнать, что происходишь. Ясно. Узнал. Пару держат так своровал. 300. Ничего себе, вот там. Так, я это самое подгружаюсь, готовьтесь. Вот такую хорошую мне предложил, как сказать, сделку. Да, за Россию. Что предложил? Хотелось отказ. Короче, селитру, и это в обмен на селитру золота в обмен на твоего шпиона. Не, ну против компа здесь вообще жестко играть. Тут на меня два компа напали. Я с ним повоевал 5 ходов, потом говорю, давайте мириться, они не хотим. Следующий ход, один предлагает мир,
Что, мне про... Я просто мир, а он мне мир, там куча всяких реликвий, куча фигня. А второй вообще все свои ресурсы эти редкие. И самое главное же, там нельзя ничего сделать. То есть ты не можешь отказаться. Почему отказаться можно? Ну, ты можешь отказаться от мира. То есть в пятой стиве же можно было просто мир и мир, да, неважно, что ты побеждаешь компа. А здесь, если он предлагает мир, то ты обязан согласиться на его уступки. А, ну да. Вот, а война началась. Да. Лёша решил просто пограбить мне мои эти. Не, ну надо твое развитие останавливать. А я, тут, по-моему, я думаю, пограбить все согласны. Просто не очень выгодно, потому что усталость от войны начинается. А я его перед этим оскорбил. И у меня... Я использовал это как казус белли для объявления войны. А, ты еще и какую-то эврику получил. Да. Плюс у меня адмирал родился, который на 25% снижает усталость от войны. Так что посмотрим. А ты формальную войну объявил? Да. А, ну тогда понял. Лёша, это ты мне кинул предложение или я тебе? Какое? Золото, соль на... Чё, на краситель? Не, я ничего не кидал тебе. Я думаю, и ты не кидал. Я думаю, это компьютер. Да. Я же говорю, компьютер мне отличное предложение сделал. Индус... О, научное соглашение. Индус и русский не хочет присоединиться к войне? Индус, да, давай, подожми Англию сзади, а? Индус, давай. Не, у меня ничего. Нифига меня объявлять войну. Я, как вы понимаете, никак русского захватить не могу вообще в принципе. И судя по предыдущим войнам Японии и Франции, оно того не стоит. А вот пограбить ему ресурсы... Ну, я ты пограбишь только. Да. Ну, в начале очень выгодные войны. Если ты рядом с кем-то оказался и захватил пару городов, это очень бустит. Так, производство Плимут, похоже. Вот для этого мне нужны были самолеты. Чтобы вот такой гомосятины не происходило, да? Ну, как видишь, мне повезло. Алюминия нет, нефти нет. Танки не сделаешь, самолеты не сделаешь. Смысл от моей науки. Я думал, хотя бы там в поздней эре смогу защититься там самолетами, танками. Хоть одним-двумя там. Я специально бы даже аэропорт построил вот для этого. А так, ничего нет. Про дисконнект. Дим Стигр. Блин, а что-то я не могу найти. Где совместная война? Я же видел, что-то такое было. А ты хочешь мне совместную войну объявить вместе с китайцем? Нет, я на китайца думаю напасть. Просто так один. У вас... Не, подожди, так вы же с ним дружочки-пирожочки. У вас с ним союз вообще-то, на минутку, альянс. Был, как раз закончился прошлым, наверное, ходом. Два года назад закончился. Я уже ждал этого. Англия готовится к культурной победе. Почему? У меня слух прошел. А, это потому что эти великих людей, там, великого писателя использовал. Так, разграбил. Опа-опа-опа. Опа-опа-опа. Отходим, отходим. Подходим. Подходим. Антикавалерийская или дальнюю, кстати, вот дальнюю возьмем. Разграбил здание в культурном районе, дали 12 культуры. Сейчас гляну в научном. 12 науки.
А, это индуса? Не заметил. Еще сейчас от русского, блин, оберегаться. Ой, сейчас мы кампус разграбят еще. Так все печально. Не слишком ли у меня много денег? Бяки. Давайте, наверное, research grant. Не, ну если кто-то захватит мою столицу, то автопобеда тут. Жирнющий город с тремя чудесами. В принципе, ты слышишь, того, ты, что... ты не подговаривай людей. О, а это у тебя в Лонгхи. Что построено такое рядом с театральным? В каком именно, где, где? Ну вот там, где у меня три кавалерии, в нижнем твоем городе. Блин, у меня не всплывает это подсказка. Это мой пригород. А, пригород. У кавалерии, кстати, походу... Зон контроля нету. Ну, в том плане, что я могу оббегать твоих вот этих вот. Вот смотри, видишь, кавалерия между Ксианом твоим и этим нижним городом, да? То есть, по идее, я не могу встать на пшеницу. Но на самом деле, вот смотри, я встаю на пшеницу. То есть, у некоторых юнитов зоны контроля по-другому тут работают. Леша, мне сейчас интересно, как они работают. Мне интересно, как тебе не дать разграбить все мои районы в Сиане. Никак. Ну я, нет, так я, слушай, я же тебе рассказываю, что ты просто, например, будешь думать, что у меня юнит не пробежит. А я тебе объясняю, что он пробежит, чтобы ты, ну, лучше оборонялся наоборот. Тут надо вообще полностью как бы закрывать тогда. Как же долго перемещается ПТ-команда? Ё-моё. Кто долго перемещается? Ну, эти, которые ракетницы против кавалерии. Противотанковая типа? Нет, это не как раз против кавалерии написано. Почему-то. Не, ну ПТ это, скорее всего, противотанковая. Просто ну, танки да, это кавалерия. Да, да. Они самые... Ну, вроде у них там, типа, 50% бонуса против кого-то, да, с пол хп сразу с одного залпа. Это уже следующий уровень юнитов, а у меня только кавалерия. У ГГшек, вы видели, можно, типа, арендовать армию. Точно? Да, точно, ты только сейчас точно проснулся. Так, где там? Я зашел, да. Почему у Гонконга нет армии? Самое прикольное еще... блин, что я хотел сказать-то? И забыл из-за ваших ГГшек. А, то, что мне японец хочет, чтобы я с ним альянс возобновил. Мне приходит сообщение, что альянс с Японией требует возобновления. Так, кто там чудо построил? Рэдди, Миша, Колизей построил. Пытаюсь, да, как-то из несчастья вылезти. Колизей здесь, по-моему, тоже очень хорошее чудо. Пока незаметно, если честно. Пока на следующий ход меняется счастье. Да, следующий ход. И он же действует в радиусе 6 клеток тоже. Хоть диалоги, то можешь... понимай. На много городов. Покупай. А где ты Колизей построил? Пицца. Где? Пицца. Русский, ты скоро подсоединяешься? Он присоединился, по-моему, уже, нет? Я почему-то все равно не могу объявить совместную войну. Ну потому что вы, у вас хорошие отношения с Китаем, как вам еще объяснить? Вы должны ему объявить там сначала, оскорбить его, разорвать союзы, там вот типа такого. Нет, ты можешь на самом деле просто пойти на его территорию, да, и у тебя появится возможность объявить войну. Но ты реально такие штрафы начнешь получать сразу. Ну да.
Так-то я с ним даже не в друзьях. В смысле, что нет, не в хороших отношениях, а просто в нейтральных. Ну вот. У меня, например, с китайцем, когда я объявлял ему войну, была грустная рожица, красная такая. Даже не желтая, красная. Люди, вы чувствуете? Пожалуйста, подождите, что-то слишком долго. Ну да, долго. Еще в силе. Возможно, сейчас будем грузить сейф. Видишь, Леша, не надо было тебе со мной воевать. Нет. Надо. Надо тебя затормаживать. Кстати, слишком... если что, Леша уже на первом месте по науке. Посмотрите, сколько у него науки, вот и сколько у меня. Ну, потому что я тебя разграбил все, а так-то я не на первом месте. Ты вон в атомной эре, а мы вчетвером тусим. Кстати, прикольно, что и японцы, и испанцы оставляют как бы на этой линии, где они уничтожены. Да слушай, тут от атомной до... эпохи атома до нового времени как рукой выпадать. А ну, две науки. Что, я так думаю, что надо сейф грузить. Сделай сейф, может, ради Миши вот сейчас. Я сделаю сейф. Ой, кнопочки нет. А, вообще написано VSV Desynced. У тебя что-нибудь грузится в VSV? Да. А? Пожалуйста, подождите и все. А ты можешь сейчас выйти и зайти опять? Могу. Ну, потому что с тобой рассинхрон. Я думаю, если ты выйдешь, то ход пойдет. Да, и он пошел. Сейчас зайду. Блин, что-то интернет тупит, я не знаю, что такое. It's not the towering sails and the unseen wind. What I like about cities is that everything is king size. What I like about cities. Ну вот нафига мне вот это все всплывает, а? Такая чушь. Ой-ой-ой. Так, захожу. Лёшке, не надоело грабить меня? Вообще нет. Интересно, а если я сейчас объединю двух юнитов? Вот у меня кавалерия желтая и зеленая. Какой получится? Мне похилиться будет по минимуму. А, да? Не-не, будет средний. По-моему, даже. А вот если объединить двух юнитов с разными этими самыми улучшениями, то какое-то одно улучшение только будет. Так, что у нас тут? А, все, у тебя тут в кампусе только библиотечка была? А, нет. Еще 12. Эти слова звучат так больно. Ну там по одному ходу восстанавливается. Отличная метка. Яростно плюсую. Где, где? А, Лёша варвар. Эти британцы такие варвары. Я пытаюсь оставить нас в игре. Всех. Кроме меня. Ну почему ты это все оставил? Блин, это один ход восстанавливается, понимаешь? Да, да. О, художник. Слушай, он тебе... Ты его успел убрать или он сам туда прыгнул? Я успел его убрать. Блин, жалко, я думал, механика такая классная. И торговые пути мне разграбил. Египет, хватит тут свои религии распространять. Я бабло хочу, у меня прокачка на деньги. Индус, короче. Серьезная война пройдет. Индус, распространяй свою религию куда хочешь, прямо и на мой третий город, и тут апостольские войны устрою с русским, отвлекай его апостольскими войнами.
Да русский еще ходить не может. Подходите, нормально, да, слово? Индустриальная зона. А почему я не могу ничего тут разграбить? Может, уже разграбил? Меня вообще слышно, нет? Слышно. Да. Как тебе против кавалерийной базуки? Нормально. Сильно бьет. Больно. А вы уже ходите? Ну, прямо сейчас ходите, да? Прямо сейчас воюю. Да мы воевали, как и... Ты подключился. Что у меня ожидание игрока, ожидание игрока. Может, нам ход надо закончить? Ход надо закончить. Блин. Этот не в тему. Чувак. Я могу еще одного, кстати, построить. Ну, я закончил ход. Ограбление века. Китаец, заканчивай. Подожди ты. Так много юнитов. Нет, надо города чинить. Но мы все закончили. Что у тебя происходит в СВ? Пожалуйста, подождите. Нарушена связь с игроком Димстикер. И пошел ход. Прикинь, пока твой город в осаде, твои юниты на нем не могут лечиться. А осада делается, чтобы все клетки вокруг города были либо заняты юнитами, либо в зоне контроля. А, при разграблении промышленной зоны дают науку все равно. Кстати, а вот это развлекательный комплекс, он лечит, так что давайте я лучше счастье пограблю. Ой, Египет, буду рад, если убьешь сейчас двух моих апостолов в битве теологической. Мне это даст две регионы. И я хочу бабла. Так, ну сколько там у тебя уже Китай науки вход? 110. Блин, ну все равно как-то немало, я бы сказал. Ну простите, блин. Ты не разграбил главный мой научный центр. Слушай, француз, так у тебя вот больше всех науки уже стало. Ты там, походу, восстановился. Где минус? А? Везде минус, у меня просто много городов. Ну, 150 науки вход все равно. Видишь, да. Видишь, Леша? Да ты еще на меня что-то гонишь. Только количество тех, кто посмотри. Это все дорогие технологии просто. Не, ну я вижу, что он по дереву технологий находится только вот на уровне экономики, санитарии там, и тому подобного. Так, что Биг Бен дает? Что я еще могу построить? Эрмитаж. Я вот тут хочу, где я строил Колизей. Ничего я там не могу построить. А если в башне только с центром, это я знаю. Ну, давайте шпиона еще одного. Так, деньги. Может, развлекательный комплекс вот тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет, далеко. А вот тут, если я построю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Три, четыре, пять, блин. Не добегает. Ладно, надо кампус, видимо, строить. Плюс один, плюс один. Да, вот здесь тоже на горе. Просто купим эту клетку.
Ну что, я помню, тут все разграбил. Да. И здесь все разграблено. Слушайте, а вы не знаете, вот если объединять юниты, как я хочу, как мне сделать, чтобы вот на том месте, короче, как мне понять, на каком месте юнит окажется объединенный? Это надо выбирать того юнита, который я хочу оставить, или другого? Выбирая, короче, какой юнит у тебя синим выделится, то все, короче, я понял, я уже сделал без тебя и неправильно, не угадал. О, ты объединил систему, у которого меньше хп, спасибо, Леш. На здоровье. Не, так тут среднее получается. Тут среднее будет. Ладно, сейчас подожму тебя с твоими пехотинцами. Ларвента. Мумия лавентийская. Блин. Вот мне куда надо. О, француз, убей этого ска... Спасибо. Француз, убей этого англичана. Вот Франция, Англия, они вечно воюют. Почему вы не воюете? Мы уже воевали. Мало воевали. О, я Ганди нашел, наконец-то. Найди меня еще. И меня найди. Так. Уже 102 науки. Русские предложения. Уже лаборатории строятся. Ну, понятно. Блин, опять прогруз. О чем и речь? War is hell. Что я тут никакой не лидер. Ни в каком месте. Не, ну я тоже лабораторию там где-то строю. Леша, куда ты убрал кавалериста? Я тоже хотел его убить. Убил таки. Кстати, походу, это совместную войну нужно договариваться до начала войны. Просто. Так. Стратегические ресурсы нельзя вырубать, да? Нет. Почему? А, вообще, в принципе, нельзя. Нет, просто в игре нельзя. Только бонусные ресурсы вырубаются. Наконец-то. Лёш, ты хочешь мира? Ну, я тебе еще не все пограбил, по-моему. Ну, твои юниты сейчас уже будут почти все мертвы. Ну, будут мертвы, мир заключим. Я хочу тогда контрибуций. Обойдешься. У меня-то алюминий и нефть есть. Тебе выгоднее мириться, там торговать, вот это все. И тем более я не вижу на самом деле, чтобы тебя затормозили, блин. Мы вчетвером как перлись за тобой. Ты на эру впереди. На эру. Причем и по культуре, и по науке. Честно? Нечестно, конечно. Что нечестного? Зато у меня нет ни одного ресурса стратегического. О, русского нашел.
А, вот у нас... Вон, у меня уже 84 науки вход. Тут пофигу на самом деле. Там предложение. А где у нас чудеса природы располагаются? Ой, над Индусом есть парочка. А еще где? Я пока еще не могу ходить к следующему входу, видимо. Там сверху одно есть. У меня есть одно. Не для пророка нужно, чтобы его прокачать. Вот Вангу, как только... Рэди Миша accepted your... А что я тебе предложил, Рэди Миша, что ты согласился? Это, видимо, старое что-то. Я ничего сейчас не делал. Да. Так что ты там вангуешь? Жду русского у себя. А, не. Я сейчас вообще ничего сделать не могу. Интересно, а если грабить эти... как его? Районы. Что они дают? Науку и веру, по-моему. Блин, мне предложение от вас приходит, но я принять их не могу. Давайте заканчивать ход. Я даже границы городов не рисую. Жалко, что еще чудеса нельзя грабить. Варварство уже. Я закончил ход. Я вот все-таки не очень понимаю, вот японец, почему японец мне отдал город, например, тогда. То есть, ну, конечно, если бы я на него напал, мы, наверное, бы с французом его забрали бы просто. Но тогда бы у нас бы были бы проблемы с развитием. Ну, как бы я не очень понимаю идею в том, что он захватывает город француза, уничтожает этот город, ставит там свой, но при этом еще отдает мне один из своих городов. Он мой не ж... Ну, он типа так с Рено договорился. Надо было ему договариваться просто. Я забираю французский город, а ты забираешь этот. И чтобы не сжигать Марсель. Потому что город-то крутой. Ну да, я не знаю, что он решил. Что, я уже походил. Соль на красителе, да, ты кинул мне? Да. Написано, что мы тебя ждем. Или у тебя там таймер еще капает? А, не ярко еще. Ну, отлично, цифра, что такое? Так там русский ходит, он сказал. Так у меня нарисовано, что еще не я один хожу, нет? Нет, ты один. У нас написано, что ты один. Походу, еще один рассинхрон сейчас будет. Слушай, ну если сейчас опять будет рассинхрон, то надо сделать сейв все-таки ради Миши тогда, и чтобы все нормально загрузились. Да, согласен. Потому что я так понимаю, что ВСВ уже сколько ходов пропустил? О, ожидание игрока в Rusty Dog. Ну у нас все походили. Ой, опять рассинхрон с кем? С Димстигром. Я предлагаю сейчас сейв сделать, то есть Китай не воюем внезапно. If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, radio is the theater. О, Лёша уплыл уже. Блин, как-то быстро. Чего, Лёша? Уплыл уже? Да. Пока. Надеюсь, скоро увидимся. О, мой шпион в Дели схвачен. Не-не-не, Александр меня только на 200. Можешь войну объявлять, у меня армия готова уже.
Это к кому? Блин. Ну, это как принял дружбу и решил войну объявить по-быстрому. Что-то я не ожидал, что тут будет. Варвары? А кто знает, кто знает. Тут все можно. Русские они такие, да? Да-да-да. Это мы, китайцы, миролюбивый народ. Любим строить и работать. Давайте вот тут 5. И начальника. Так. О, минус одно счастье уже пошло. 4, 4, 4, вот 5. Так, что у нас тут по цивикам? Лёш, ты не так много успел разграбить в моих основных городах. Ну, плохо. Самое печальное это для моего Гунси. Там я все починю за 4 хода. Отлично. Так, химия. Ракетостроение. Электричество. Так, вот, тут что-то новенькое появилось. 25 меньше. А, мы не можем. Не понял. Меня выкинуло? Да. Слушай, китайцы, тебе реально мир... Потому что у меня, например, нету возможности мир предложить. Офигетчик Китая, 20 столица. Да. А во что не такие? Вон у русского 17. У русского я не вижу. У Индии 16. Я вижу, что у Англии 14. У меня 15. У французы 15, да. Ну он раньше вышел в пригороды, раньше их построил. Да все нормально, все, Леша меня пограбил, я теперь бедный китаец. Да, да, да. А что, не бедный, блин? У меня минус 4,5 голды вход. Я, кстати, теперь я последний по науке. Ну и, как ты говорил, тебе это восстанавливается быстро. На... Ну, приходится восстанавливать это тоже время. Так, куда он бежит? Вот сюда. А вот тут что-то я пропустил куча. Варварский возьмем. И... Лавента, ладно. Еще одна мумия из лавенты. Блин. Так, тут я пытался поменять. Ну вот проблема перезагрузки в том, что я теперь не вижу нового. Что я там новое открыл, что появилось и заменило мне... Масс-медиа меньше... Что-то с экономикой. Так, плюс 4 от торговых путей, плюс 2 дома, плюс 100% культуры, плюс 100% науки. Одна культура за каждый район. Может, вот плюс одно счастье за каждые 2 специальных этих. Возьмем это.
Так. Пригород. Вот здесь построим. О, блин, тут уже... У меня просто веры дофига. Может опять купить миссионеров? Ну вот что за мудаки присоединяются? Вообще смог. Ну, видимо, он к испанцу либо к японцу присоединился. К испанцу скорее. Проверьте, пожалуйста, он у кого-нибудь в друзьях есть? Барсукидзе, блин. Нет, таких у меня нет. Так, у меня тоже нет. Ребята, проверьте, у кого в друзьях. Нет, 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 друзья. У меня тоже нет. Как сказать, Барсукидзе? Да. У тебя? Не, нет, у меня есть Борис. Бабарский есть. Она придумывает никого, да? Блин, ну вот он как-то печально мне тут бегает, все грабит. Блин, и жив до сих пор. Так, давайте-ка мы в Лондоне купим... Да уходит счастье. Корабль. Француз, пусти на руинку около Сеула. У меня она с карты пропала. А, я понял, сейчас откроется. Не, ну сейчас просто откроется. Отойди с нее. Нет. Иди на своей территории копай. Стоп, слушай, если ты отправил ко мне посольство, почему я не вижу тебя, Египет? Потому что ты должен ко мне тоже отправить посольство. Это я начал видеть твою столицу. Отправил. А я не принимал еще от тебя посольство. Так прими. Так. Китайцу отправим. Не, мне ничего не пришло. Блин. Мне пришло, что Дим Стигер отказался посольство мое размещать. Блин, и тут эти... А Египет у вас где относительно Лондона, Парижа? На отшибе. В смысле, правее от Парижа? Лондона, Парижа, я сильно направо. Скачет к тебе мой казак, в общем. О, все, нашел твоего казака. Ну что, еще тут мне что-нибудь разграбит? Так, а этот куда пошел? В Индии военная мощь 140. А, ты, наверное, на него напади, там такой штраф бешеный. Угу. Я теперь понял, в кого нужно в науку играть. В кого? В Индию, на него боишься попасть. Не, ну почему? Ты можешь его обвинить, там есть всякие... Вот казус белли, если используешь, то все равно... Я, конечно, понимаю, что у него там его особенность, но с умом использовать эти все штуки... Не грузимся. Ну потому что Барсукидзе, блин, догадался. Apart from the sanitation. Спасибо, Египет.
На здоровье. Второго тоже не может. Не будет нифига. Это стреляющий юнит какой-то. Минус 6 довольства. Откуда? А я там тебе развлекательный комплекс грабил. Я его починил уже, и это не в этом городе было. Ну, от войны, наверное. Так война мне объявлена была. Кстати, кайтайца, мы можем с тобой уже мерз... А, не, не можем. Я горю. Археолога можно строить только после строительства музея? Да. И только один раз в этом городе. И только археологического музея. Ну, не один раз, ты неправильно говоришь. Только одного на город. Когда он у тебя закончится... Одного на археологический музей. Ты сможешь опять построить. Ну, Британия... Нет, по-моему, не можешь. Это можешь. Британия может два построить. Англия может два построить. А все остальные по одному. Нет, нет. Если археолог закончился, ты можешь раз еще две. Одного построить. Только смысл тебе строить, тебе некуда будет... засовывать шедевры. Ну, не шедевры, а эти артефакты. Мне, по-моему, не давало построить два археолога в одном городе. Ну, окей, нельзя. Какой смысл его строить, если ты все равно не можешь ее никуда запихнуть? Как раз у Англии бонус, что Англия может два археолога в одном городе строить. Ну, потому что у него в археологическом музее 6 слотов, а не 3. Так, построю-ка я здесь билдера. Девять ходов. Артефактовый СВ. Тут минут 6 счастья. Как будто не я напал на... Ну, не на меня напали, а я напал на кого-то. О, знаете, в чем прикол? Я, похоже, археологические музеи со своей особенностью только в своих городах могу строить. В Нагое... У меня археологический музей только с 3 слотами. Прикольно. О, блин, надо было тут строить художественный музей, а в Плимуте археологический. Сейчас еще будет грабить мой город-государство. Вот ты, почему ты играл в одиночную игру? У Гонконга там было что ли 30 юнитов. В мультиплеере один. Да в одиночную игру вообще такой бред играть с компом. Ну вообще не понять. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры, а на этом пока все, продолжение, надеюсь, в скором времени будет. Спасибо, что досмотрели до конца, я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.